11 апреля в Берлине малооблачно, но дождливо с утра и до самого вечера. 10 градусов выше 0. В Варшаве переменная облачность и небольшие дожди, до 8 тепла. В Вильнюсе малооблачно, возможен дождь, 9 градусов со знаком плюс. В Минске облачно, на протяжении дня осадки в виде дождя, плюс 8. В Санкт-Петербурге будет преобладать ясная погода. Во второй половине дня кратковременные дожди. Воздух прогреется до 7 градусов. В Москве утром и вечером малооблачно, днем пасмурно, но без осадков, до 15 тепла. В Калининграде 11 апреля переменная облачность, преимущественно солнечно. Временами кратковременные дожди. Температура воздуха днем 10 градусов со знаком плюс, ночью до 5 тепла. Ветер западный 6 метров в секунду. Атмосферное давление без существенных изменений.